Ребята, всем привет! Меня зовут Юля Пушман, и я не знаю, что из этого получится, я очень боюсь. Но, вы знаете, я человек вдохновляющийся, я вдохновилась Let's Play'ами. Я очень боюсь, я потратила много времени, чтобы разобраться, установить, даже зарегалась в Стиме, скачала, купила игру страшную, в которую я, конечно же, не играла и не смотрела, как в нее играет кто-то, но мой муж Слава, он смотрел прохождение этой игры и по телефону мне как бы сказал, что это очень стрёмная игра, я бы, наверное, сам не стал в неё играть, я видел прохождение, обосраться можно. И, собственно говоря, я решила не смотреть, как в это кто-то играет, потому что я хочу сама испугаться. Единственное, что Слава мне сказал, что очень страшно. Я надеюсь, что со звуком не будет никаких проблем, потому что я... на баше текущей версии моя игра может не запуститься. У меня все запустилось, что за бред. Короче, ладно, погнали. Emily wants to play. Я очень боюсь. Мне очень страшно. Обосраться можно. Слава мне сказал, что в этой игре есть какие-то три куклы. И суть этой игры заключается в том, что мне нужно просто выжить и какое-то время убегать от этих кукол. Эти стрёмные звуки у меня в ушах. Наверное, иногда я буду делать супер тихо. Не знаю, надеюсь, что во мне хорошо слышно. Даже поближе подвину, потому что я тут разбиралась со звуком. Так, я заходила здесь в настройки, ни хрена не разобралась, потому что здесь в настройках ничего не понятно мне, качество среднее, мне нужен высокий. Что бы это все значило, да, казалось бы? Резолюция. Что такое резолюция? Короче, три куклы, видите, какой-то клоун всратый, какая-то черная женщина и какая-то стрёмная кукла. Я боюсь нажать на играть. Давайте сделаем свет потише, чтобы было ощущение ужаса. Так. Сука. Я не знаю, я вообще в такие игры не рубилась никогда. Я боюсь ужасов. Единственное, во что я играла, это Слендермен. Это было, я не знаю, сколько лет назад. Hello. Здравствуйте, твоя пицца здесь. Короче, понятно, что я доставщик пиццы. Интересно, как ходить? Сразу такой дисклеймер. Блин, как же громко в ушах. Сделай чуть потише. Я боюсь. О, я вижу куклу. Я пока не знаю, что надо сделать. Я буду просто пока ходить. Когда нет звука никакого, страшно становится, просто ужас. А я могу какие-то действия делать, да? Понятно, тут есть всякие кнопки, что делать. Странно, что мышка ничего не открывает, потому что мышкой я просто кручу, получается. Могу ли я взять нож? Я не знаю, в чем смысл этой... Кстати, с музыкой не так страшно, пусть играет. Вот хоть куда фонарь какой-то был. Почему с музыкой не так страшно? Так, по крайней мере, у меня были друзья в подвале. Я Честер Кики, мистер Таттерс. Друзья. Вместе мы друзья. Понятно, все эти клоуны, убийцы. Блин, музыки нет, отстой. Надо найти какой-нибудь фонарь. В каждой стрёмной игре должен быть какой-то фонарь. Интересно, когда начнут происходить какие-то ужасающие вещи? Мои друзья помогли мне, они любят меня. Не двигаться. Не двигаться. Понятно, Слава мне говорил, что есть вот эти три куклы, и каждой кукле свой подход. Отслеживать доставки пиццы, спасибо за ваш заказ. Короче, видимо, клоун вот этот, да? Когда я его вижу, мне нужно стоять, не двигаться. От каких-то нужно будет убегать, от какой-то куклы. А от другой что-то типа в духе не поворачиваться к ней спиной. Блин, я ненавижу такие игры. Зачем я вообще это решила сделать? Но мне просто интересно. Просто уровень моих пуганий. Свет выключился. Ладно, все это неинтересно. Интересно вот это.
Присоединяйтесь к нам, мы едины. Дичь. Блин, что так темно, да? Может, у меня на компе можно яркость сделать? Не, нельзя. Свет, может. Так, а в чем смысл-то? Просто ходить? Так, ну он пока ничего не делает, да? Блин, вот я включаю, хоть что включайся. Я думаю, они хотят убить меня. Сука, черный, вообще все темно. Короче, я когда смотрела Куплинова, я не знаю, как он играет, когда везде все темно. Что это очень страшно. Что это? Мой психиатр говорит, что я должен начать записывать журнал, чтобы помочь справиться с депрессией. Он не знает все об Эмили. Я не могу ничего ему об этом сказать, но я все равно запишу себя. Может, это поможет. Здесь надо еще все читать, да, чтобы вам интересно было. Фонарь. Есть какой-то фонарь? Это еще что? Короче, походу, с этой минуты начнется какая-то жопа. Хотя, не знаю, просто какую-то кнопку нажала. Так, я забочусь о своих друзьях, я делаю их красивыми. Не оборачивайся, ку-ку. Понятно. Ой, блядь. Там же написали, сука, там же написали, не оборачивайся. Мне понравилось. У меня руки такие холодные. Ну, не страшно, да? Скажем так, не страшно. Но я обосралась. Вивочка, не бойся, солнышко. Можно продолжить. Вива, собака моя пришла, испугалась за меня. Сердце стучит теперь. Блин. Так, короче, нельзя оборачиваться. Понял. Все, вот, у меня вот эта точка, от которой... Надо прожить. Короче, не оборачиваться. Ну что, я сейчас возьму эту же записку. Блин, сердце теперь у меня болит. Так, Е, клавиша или правая кнопка мыши для взаимодействия с объектами. Е, ну вот как раз. А, ну можно правый. Класс. А в какой момент я могу понять, что мне не надо поворачиваться? Им наплевать на меня, они никогда не любили меня. Блин, ну я испугалась, реально. Тут я была? Господи, как же здесь темно, а? Мне страшно. Самое тупое, что у меня холодные руки. Что там? Блин, я не хочу туда. Я вообще... Свет. Тихо. Еще и везде свет выключают. А где вот эта комната, куда я заходила? Сука. Боже мой, это ужасно. Это просто ужасно. Но, а как я... Так, надо понять, какие-то звуки, да, они издают, и мне нужно... Как бы это самое... Как-то говорить все. Когда они издают какие-то звуки, я их должна угадывать, узнавать их. И тем самым в какой-то определенный момент, например, не оборачиваться или бежать. Вот больше всего я боюсь бежать. Вот самые клевые монстры, это которых ты увидел, надо просто стоять, ничего не делать. А те, от которых надо убегать, стрёмно. Короче, сейчас... А в какой момент я тогда могу повернуться? Нет, пусть свет работает. Короче, какой звук услышу, буду... Чё она сама открылась-то? Да блин.
Да блин. Да блин. Никого не вижу, ничего не слышу. Какой-то звук. Сука, я же ничего не сделала. Так, надо перестать пугаться этой скотины. Я сейчас, она меня настолько напугает, что я уже буду спокойна. А, я знаю, сейчас она выйдет. Главное меню. Вивочка, собачка, меня не бойся. Не бойся, Вив, не бойся. Мама в порядке. Если бы ты это видела, Вив, ты бы уже обосерилась точно. Я просто такой игрок. Я понимаю, что я могу эту игру вообще не выжить, да? Не дойти ни до какого конца, даже до следующего монстра я могу не дойти, потому что я, во-первых, боюсь. Во-вторых, пока я пойму, чё кого. Ну и в-третьих, у меня нет навыков, да? Вот, собственно говоря, что я сейчас смогла сделать? К этой... Слышали, был какой звук, как будто наступил кто-то? А, это я. Или не я? Вот эти звуки. Это же не я. Так, так, так. Надо подальше от экрана держаться. Я просто не понимаю, в какой момент они появляются. Так, она была там, сучка драная. Я, конечно, такой игрок. Мою игру смотреть, наверное, не очень интересно. Или она не тут была? Вот что это за звук? Пшик. Свет, наверное, выключают, да? Да. Ой, блин, так... Куда, куда смотреть, сука? Не оборачиваться. Блин, я же не оборачивалась, я вообще никуда не смотрела. Как в это играть? А куда мне надо? Мне куда-то дойти надо. Короче, план такой, сейчас побежим. Просто по всем комнатам я буду сразу наготове, что она может появиться. Просто мне нужно уйти хотя бы из этой комнаты, потому что мне уже надоело в этой комнате торчать. Блин, ребята, это очень страшно. Я не знаю, вот такое смотреть не так страшно. Хотя я даже когда смотрю летсплей, особенно когда проходят стрёмные игры, я даже могу испугаться очень сильно. Один раз даже заорала. Не так сильно, конечно. Первый раз здесь. Так. Все в порядке, бежим. Нахер все двери! Но самое тупое, что она же может в любой момент появиться. То быстро, то медленно. А как бегать? Можно бегать? Тут же убегать надо. Они заперли меня там внизу. Как мне добраться вниз? Так, еще вот этот звук стрёмный. Так, бежим нахер к компу, блядь. Так, мои друзья, помоги мне, меня любят. Это я видела. Доставка пиццы. Сука, как темно, включайся. О, мы на кухне, мы хотя бы в другую локацию какую-то перешли. Но чем же нам это поможет, да? Ничем. В какой момент мне не оборачиваться? Когда перестают звенеть часы? Так, тихо, чё ты? Слышу, я спрячусь сюда. Самое интересное, я могу просто стоять, ничего не делать. И в какой-то момент она меня настигнет. Сделаю-ка я потише нахер от греха подальше. Тут так обосраться можно в прямом эфире. Так, по крайней мере, у меня будут друзья. Это я уже видела, они в подвале. О! Так, тихо. Тихо, не оборачиваться. Так что ж мне делать, да? Вот смотрите. Ну и что мне делать от этой куклы, если я слышу? Смотреть на нее. Так на нее оборачиваться или не на нее оборачиваться? А мы сейчас погуглим. Я сейчас погуглю, на кого оборачиваться, на кого не оборачиваться. Что вот это вот запутаешь меня еще. Так, Эмилия хочет играть. Куклы. Какие с ними взаимоотношения? Такой вопрос Гуглу зададим. Так, пугающая, стрёмная игра. Задача игры – пережить жуткую ночь в незнакомой квартире, взяв под контроль незадачливого разносчика пиццы. Прохождение разделено на 7 этапов, каждый из которых представляет собой один пережитый час внутриигрового времени. Сталкиваемся с одним монстром, однако с каждым новым этапом в игру вводится новый, не исключающий при этом предыдущего. Ну, а что-то про этих-то. Так, кукла в черном, которая, сучка, нас пугает. Является первым монстром, услышав характерный детский смех, необходимо как можно быстрее определить ее место
положение, после чего держать в кадре, смотреть на нее. А я-то от нее прячусь. Все понятно. Клоун. Жуткий клоун, словно сошедший со страниц романа Стивена Кинга. Так, а с ним что делать? Услышав его зловещий хохот, у нас будет лишь пара секунд, чтобы замереть на месте, не дергая даже мыши. Это нет проблем вообще. А дальше что? Ладно, дочитаю. Понятно, когда он сделает в духе «не поймал, можно идти». Так, Честер. Ехидный смех Честера будет означать лишь одно – бежать, а именно в любую другую комнату в квартире. Вот его я и боюсь. Ладно, давайте попробуем хоть что-то пройти. Самое главное, что мы знаем, слышим смех, быстро ее искать глазами. Ща обосрусь от страха. Капец. Зачем я на это подписалась? Ну, руки хоть согрелись, пока почитала информацию. Так, как бы нам услышать смех-то и сразу ее обнаружить? И что потом? А, просто смотреть и не потерять из виду. Ну, в какой-то момент она же куда-то должна деться. Окей. А вот что плохо, что в темной комнате-то ее и не будет видно. Где, где? Сучка, сучка, я вижу! Можно покурить? А что дальше-то делать? Я должна ее не потерять из виду. Блин, я горжусь собой, знаете, я... О! Сука, сука, где? Все, пизда нам, пизда. Я так и знала. Как ее можно не потерять из виду? Блин, мне уже надоела эта игра. Ну, ладно, мы чуть-чуть хоть продвигаемся вперед. Страх. Слышите смех? Нет. А, прошло уже больше месяца. Пару нашли безжизненные в гостиной, когда там входная дверь была широко открыта, и тело можно было легко видеть с улицы. Следов зоны не было. Сука, тут смех, блять, вот она! Сучка, ты тупая! Она же сейчас исчезнет, и мне заново надо будет ее найти. Ну, у меня... Так. Где эта сучка? Ну все, пизда нам, пизда. Хотя смеха не было. Наверное, я слишком долго на нее смотрела. Ну, короче, нам типа просто выжить надо. В чем смысл-то? Сейчас. Что-то подбирать, наверное, можно. Так, ну мне тогда и погромче надо сделать, чтобы смех-то ее услышать. Я, конечно, очкушница. Так, фонарь. Фонарь! Ё-моё, я нашел фонарь. Я же о нем мечтал. Так, это просто мои звуки. Лучше всего держаться углов комнаты, потому что таким образом я смогу, если что... Где, где? Вот она! О, сучка драная, блядь. Так, ну будем на нее впритык смотреть. Самое главное, что если она еще раз заржет, значит она опять в этой комнате где-то. А если растворится и не заржет, то, наверное, нас миновала ее злость. Смеха не было. Она же не может на меня напасть. Она же исчезла. Кажется, я профессиональный игрок. Ну вот, все, да, действительно, надо было просто прочитать описание к игре. Так,
Они никогда не заберут у меня моих друзей. Пожалуйста, нет. Так, теперь я боюсь других монстров. С этим мне стало все понятно. Мой психотерапевт... А, это мы слышали, мы тут были. А чё фонаря здесь не было? Так, лучше бы ты заткнулась. Чтобы я смех услышала. Где, 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 где? Блять, я её потеряла, всё, пизда. Она уже хотела на меня прыгнуть. Господи, господи, я вообще... Я такая сильная женщина, раз я справилась с тем, чтобы ее спалить. Ждем, когда исчезнет. По-другому. По-другому. Сука! Где, где? Вот она! Она еще свет выключила. Только попробую засмеяться. Это очень страшно. Я люблю больше другие игры, где просто ходишь с пистолетом и убиваешь всех подряд. Так, ну все, нас миновало ее страшное проклятие. Мы вернулись к тому, с чего начали. Но, если быть точнее... А где мой фонарь? Он горит? Горит. Хорошо, что я быстренько допетрила кнопку нажать, когда вырубился свет, когда она засмеялась. С фонарем, конечно, не так страшно. Блин, самое стрёмное, тут можно на паузу нажать? А то мне страшно. Тут мы тоже были. Блин, вот большая комната, плохо, конечно. Это я не видела. Слушайте, я очень далеко дошла. Присоединяйся к нам, мы едины. Такое мы все это видели. Наверное, когда я проживу еще час, будут опять эти звуки. Где, где? Я ее потеряла. Ну все, ребята, ну все, ну все, ну все. А, нет, нашла. Я думала, она там где-то в темноте. Я думаю, убегать надо. Вот, сучка. Интересно, вот бы время, да, увидеть, где час заканчивается. То есть в начале, да, первый час нас никто не трогает. Ну, игровой, разумеется, час. Мы просто видим эти куклы. Клоуна того стрёмного. Эту черную куколку. Куколка, деточка. Ну, опять я здесь. Я уже заплутала в этих комнатах. Надо найти другие какие-то проходы. Мы пережили, сука, час! О-о-о! Так, ну я надеюсь, что когда я здесь сдохну от следующего клоуна... А, подожди, что с клоуном делать? Я забыла! Где, где, где? О, господи, ё-моё! Она прям сразу нападает. Она ушла. Но обещала вернуться. Что, конечно, не радует. Что с ним делать? Что с ним делать? Я забыла. А, не двигаться. О, во, он расстроился. Ну, это вообще не страшно. А, ну не страшно, потому что он нас не поймал за жопу. Я просто не знаю, как он пугает обычно. Даже, кстати, интересно. Так, они заперли меня там внизу. Короче, у меня теперь будет два целых монстра, которые будут на меня нападать. Я уже даже начинаю верить в себя, что я смогу довести эту игру до какого-то логического завершения. Ну, блин, на самом деле, хотя бы трех уродцев мне встретить, пугающих меня. И можно будет, в принципе, перестать в эти ужасы играть, потому что я боюсь, не хочу. Я вообще не знаю, какого черта я решила снимать летсплей на ужастике. Где? Не двигаюсь. Тумба-юмба стрёмная. Ну все. Сука, сука. Бля, да они меня просто... Они меня просто задрачивают. Ну на самом деле, ребят, что тут делать? Можно просто ходить по одной комнате, что-то там. Ну, наверное, есть смысл дойти до самого низа. Мне же там надо что-то найти, что-то в подвале, какие-то дела. Стрём. Хорошо, что тут хоть двигаться можно, когда это... Чучундра.
Так, а вот самый стрёмный это последняя кукла, потому что Не, я туда не хочу идти, мне кажется. Я если туда прыгну, я сломаю ноги. И придется заново все проходить. А вдруг можно? Че, рискнем? Можно я больше не буду играть? Так, понятно, в подвале стерва. Я, кстати, про нее не прочитала. Так, виновница всего торжества всегда ведет пассивную игру. Эмили. Ее появление на локации отображается таймером в нижней части экрана. За отведенное время нам нужно отыскать ее в квартире, не включая при этом свет. Если же игрок не успевает найти Эмили, то наступает ее очередь искать. А дальше, что бы мы ни делали, спастись уже не удастся. А что с ней делать-то тогда? Всегда ведет пассивную игру, ее появление на локации отображается таймером. Ну, наверное, она появляется в каком-то конце. Я сейчас, получается, была на третьем этапе, потому что я встречаю клоуна на третьем этапе, это с часу до 2 ночи. Потом четвертый этап, это с 2 до 3 появляется коварный малыш Честер. Так. Вопрос только, как от него убежать? Спрятаться в другой комнате? А, пятый этап ничего не меняется, просто придерживаемся плана. От одних убегать. А, вот, наконец на сцену выходит Эмили. В этот час она будет присутствовать в доме все время, причем в гордом одиночестве. Наша задача отыскать ее за 75 секунд в полнейшей темноте. Фонарик разрешен. Найдя ее, нужно подойти к ней вплотную. Та изменит свое положение, а таймер начнет отсчет по новой. Все бы ничего, но вот прячется Эмили во множестве различных мест. На скриншотах ниже обозначено большинство из них. Кстати говоря, что самое интересное, что вот эта Эмили, сучка, которую мы сейчас встретили, она была вообще не в том месте, она была в подвале. И я думаю, что она как бы там сидит и ждет чего-то там. Типа ждет, когда я пройду все этапы, а я решила как бы перескочить на следующий уровень. Блин, ну мне, конечно, интересно узнать, да. В принципе, я могу прожить, да. Мне не то чтобы интересно выйти из этого дома, мне, наверное, больше интересно постараться убежать от того мелкого уродца. Это мне нужно. Четвертый, он как раз. Ну он как раз в четвертом этапе появится. То есть мне, по сути, сейчас надо продержаться час с моими уже знакомыми мне монстрами, я их уже не боюсь. То есть я боюсь только, когда первый раз с ними встречаюсь. Блин, это жестко. Но я очень радуюсь этой игре. Я надеюсь, что все хорошо записывается, что я не зря тут сижу, это камни, блин, в штаны накладываю. Потому что иначе это будет бред. Ну и, конечно же, то, что у меня есть фонарь. С другой стороны, также мне интересно, что будет, если я пошелохнусь, да? И клоун, как бы. Так. Вот она. Короче, мне интересно узнать, что будет, если я пошелохнусь, и как меня напугает клоун. Это, конечно, мазохизм, я согласна. Но мне реально интересно. Как же долго она виснет. Сейчас, кстати, клоун появится. Где он? Где? 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 Все, я буду шелохаться. Ну, мне правда было интересно. Мне правда было интересно. Но мне так неинтересно доходить до того, которого надо убегать. В идеале, конечно, чтобы время побыстрее шло. Но мы же понимаем, они же должны как-то меня напугать, чтобы я должна как-то нервничать. А, вот, что я без фонаря хожу, дурында. А, вот тут мы, кстати, на кухне видели в прошлый раз эту сучку. Ну, ча-ча, ча не хихикаешь?
Ну, я понимаю, она хочет, чтобы это было неожиданно. На самом деле, что тут ходить? Я уже во всех этих комнатах была. Вот хуже всего здесь ее встретить. Там вообще темень. Но при этом куда-то же ходить надо. О, господи. Когда пугаешься открытой двери. О, боже. О, кстати, а мы тут были? Наверное. Я уже не помню. А, да, были. Блин, помните, как вначале, да, я пугалась, когда я думала, что от нее надо отвернуться? А кто мне сказал, что надо отвернуться? И вообще, зачем отворачиваться? Тут ни на одного из монстров не надо отворачиваться. Тут на всех надо либо смотреть... Так! Руки в боки. Так, а что я красная такая? Что такая красная? Все, главное вовремя вспомнить, что... Где, где? За, сучка. Вот она в разных местах. То есть, понимаете, не в углу. Она может на потолке сидеть. Короче, Склифосовский, о чем я? Я забыла, о чем я говорила. Это самый, конечно, нудный момент ждать, когда она исчезнет. Это так долго, ну... Я вот все. А, да, кто мне вообще это посоветовал? Где? Где? Где, блядь? Хорошо, что они мне дают хотя бы какие-то секунды для того, чтобы ее найти. На язык виснула. А, рот открытый. Блядь, блядь! Так, просто не двигаемся. Они сразу два в один момент! Все, этот клоун понял, что я не двигаюсь, и со мной шутки плохи. Вы видели, я отвернулась, она ко мне побежала. Это, кстати, интересно. Я такого не знала, что она бежит. Я думала, она просто резко перед мордой появляется, и все. А она, оказывается, бежит. Все эти записки мне уже надоели. Самое, конечно, стрёмное, что они в один момент могут появиться, как сейчас. Самое жесткое будет просто подстава игры, если появится клоун, перед которым нужно, ну, стоять, не двигаться, и в этот же момент похихикает эта девка, и мне нужно будет ее срочно найти на экране. Тогда там вообще без вариантов. Как мне надоело уже блуждать по этим... Нет, туда я не хочу, нафиг. Не хочу, не хочу. Где? Они все стрёмные, эти куклы. Клоун самый не стрёмный, вот я так скажу. Я еще не знаю, кто там третий, но от него явно надо убегать, а мне это уже не нравится. А, вот, кстати, выход, а я все туда ломлюсь, думаю, ну почему же я не могу туда зайти? А это, оказывается, выход на улицу, на свободу, так сказать. Опять этот подвал, черт его дери. Но в этом самом, конечно, я растерялась. Блин, на самом деле, да, прожить час можно. Мне очень интересно дойти до следующего этапа, обосраться. А вы видели, она прям просто из текстуры вылезла. Вот сучка, какая страшная. Капец. Клево, клево. Я люблю, когда вот так вот стоишь, они просто появляются, тебе не надо мучиться. Можно здесь, кстати, стоять и ждать. Зачем мне вообще ходить? И вот было бы клево, если бы в игре был таймер. Типа, осталось только-то до следующего этапа. Вот, да? Интересно, а есть такой варик, что просто здесь... Как бы, вот, я не знаю, мне надо ходить, да? Мне обязательно ходить? Я могу просто стоять и ждать. Что тут можно потрогать? Нет, фонарь — это, конечно, офигенно. О, шкаф. Помню я этот шкаф. А, не оборачивайся, ку-ку. Я помню, что я тогда...
Мне хотелось его найти. Я так испугалась, что закрутилась. Так, он исчез. Короче, когда я эту записку нашла, не оборачивайся, ку-ку, я подумала, что именно в этот момент мне надо... Где вы? Я забыла ее искать, надо. Вот, фу-фу-фу. Капец. Я думаю, что скоро уже закончится час. Ну, по-хорошему. Что... Собака! Оторвать эти мои хвосты! Так, теперь я услышу дополнительного монстра. И на этом я не хочу продолжать. Я не хочу бояться постоянно убегать. А чё, 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 блядь, блядь, блядь. А, ну я убежала. А что, если не убегать? Ну, он, конечно, резко вылез. Я немножко так... Не ожидала, что он так сразу появится. Ну, смех у него действительно. Так, ну этого монстра мы знаем. Я не хочу проходить. Всё, реально нафиг. Нафиг. Я не трогала. Я не знаю, только если я рукой ударила, и мышка дернулась немножко, но я клянусь, я отпустила руки, я же его уже знаю, этого клоуна. Короче, я на этом останавливаюсь, я просто боюсь. Я не хочу знать, что будет дальше. Хотя, нет, давайте... Короче, ладно, все, уговорили. Мы с вами вот как поступим. Я просто боюсь очень сильно последней вот этой Эмили. Я вообще одна дома. Все, что мы сейчас с вами посмотрим, это как нас напугает тот козел-мальчик. Кукольный урод. Ну, вы заметили, какая я молодец? А? Я от себя не ожидала, что я вообще продвинусь. Не, на самом деле я могла бы, но мне страшно. Так. Увидим этого пацана, бежим на него. Ну, не на него, просто не убегаем. Главное вот этого переждать, потому что мне интересно увидеть все-таки нападение третьего монстра. Третьей куклы. Да что это фигня? Как будто я сейчас на прошлом этапе. Зато мы посмотрели, как бы нас напугал клоун. Даже целых два раза случайно мы это посмотрели, потому что вот последний раз, когда я умерла, вот до этого, это было не специально. Я знала, потому что я специально хотела посмотреть, как он меня напугает. Короче, нафиг, все, я не хочу, если честно, реально клянусь. Можете за это как бы ставить комментарий. Юлька, надо набраться смелости и дойти до конца. Но я просто очень сильно боюсь последнего персонажа. И на самом деле игра и так, в принципе, страшная. Но я немножко устала для первого раза, мне страшно. Я устала бояться, я устала пугаться, и мне хочется просто посмотреть. Вообще, можно сказать так, что это у меня получилось такой, как бы, ну, тест. Ну, не тест. Это у нас был пилотный выпуск летсплея, как я прохожу игры. Я тут узнала, что, оказывается, куча игр есть на Mac, просто у меня не Windows, Mac, и не все игры на него идут, поэтому я думала, блин, ну а чё, зачем мне вообще в это вникать? Как я смогу это все снимать, если у меня не Windows, да? Оказалось, что я могу это делать, я это делаю, и посмотрим, что из этого выйдет. Если вам понравилось то, как я играю, мне кажется, это было круто, если звук еще хороший, надеюсь, то обязательно напишите в комментариях о том, что вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, пишите, какие игры вы хотели бы, чтобы я поиграла. Не могу обещать, может быть, некоторые я вообще офигенно пройду, может, на некоторых я сразу же обосрусь. Ну, не сразу, но как минимум 40 минут игры точно, да? Ну, мы нормально продвинулись и увидели всех монстров, просто я не вышла в итоге из этой квартиры, но Эмили вот эту мы тоже увидели. В общем, надеюсь, что вам понравилось это видео, если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, и комментарии очень для меня важны, потому что я вообще хочу понять, насколько вам заходит такой формат. Я понимаю, что это не постоянная рубрика будет, и, разумеется, я буду также снимать влоги, также что-то еще снимать, но я, в принципе, вообще-то игроман, я люблю играть, просто я не люблю играть
только потому, что я считаю, что я трачу на это свою жизнь и могла бы делать что-то полезное. Но когда я снимаю летсплей, мне сразу кажется это все оправданным, и можно играть сколько хочешь, до посинения. Я думаю, так летсплейщики себя и успокаивают. Поэтому спасибо большое за просмотр, всех люблю, целую, и всем пока!